Всем привет! Хочу приветствовать нас на нашем канале. Наживая мастерская вершина. Итак, у нас сейчас на тесте 95H18. Да, как бы смешно это ни звучало. Пока не знаю. Честно говоря, не знаю, что она себя покажет. Хотелось из нее вытянуть максимум. Вот. Даже твердость еще не мерил. То есть сразу взрезали. Надо посмотреть, что вообще по факту получилось. Вот. Как мы видим, счетчик сброшен, канат у нас все тот же, заточка 36 градусов, притер чугунный 10,7, то есть, как обычно, ставим все клинки в равные условия. Вот. Ну что ж, давайте поменьше слов, больше дел, потому что мне уже не терпится ее попробовать, что получилось. А может вообще ничего не получилось, сейчас посмотрим. Так, ну что ж, поехали. Эти последних событий, да, то, что сейчас пока наладятся новые логистические, скажем так, цепочки, пока металл у нас наладит поставки и наладит ли, вот. Как мы знаем с вами, у нас производство порошковых сталей сугубо на военном. Но сугубо на оборонку. Вот. Возможно, и будут какие-то варианты, если мы там, может быть, как-то попробуем кого-то попросить. Но это, скорее всего, вряд ли. Рез очень агрессивный. Надо будет еще посмотреть, как порогу. При заточке, я скажу, было все замечательно. То есть был пластичный заусенец по всей режущей кромке равномерной. То есть он срезался такой полосочкой одной. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас все у нас. Ну, надо помнить, что это всего лишь 95. То есть тут чего-то сверхкосмического ждать не надо. Хотелось бы, конечно, там, чтобы она хотя бы там 400 отрезала, да? То есть два эталона бы отрезала, блин, этого было бы за глаза для 95-ки. То есть это два разделанных животных, да? Примерно. Ну, оно так примерно и получается. То есть если у нас этот, как его, хашка резала 600, да, то есть она разделала трех животных. 95-ка сейчас 400 отрежет, то оно двух животных. В принципе, в большинстве случаев за глаза, да. Я сомневаюсь, опять же повторюсь, что кто-то на охоте разделывает больше трех животных. Это и то прям такая удачная-удачная охота. Рез неплохой, нет такой той мыльности, как обычно дает 95. Уже термичка в новых у нас холодильниках, то есть отпуск, отпуск, все уже начинает. Ну, обработка холодом, так ее назовем, это не криво, потому что криво, оно там минус 130, по-моему, градусов начинается, если по определению смотреть. Вот, у нас просто обработка холодом. В данном случае у меня холодильник, да, минус 50 градусов, морозилка плюс, прибор, маленько я его накрутил, вот, угнал его в крайнее положение отрицательное, то есть по факту там должно быть минус 60 градусов, но я сомневаюсь, что там оно есть, ну пусть минус 55 честных там будет, вот. Градусник, кстати, у меня почему-то я не нашел на минус 55 градусов. А минус 40 есть, минус 55 нет. Хотя у меня у родителей, наверное, висит, я помню, минус 44 градуса, там минус 40 и 5 деления просто без цифр. И вот мы уже поняли, что температура была минус 45 градусов, минус 44, это тогда племянника крестили, я четко помню. Машина, потому что мы что-то там
А, завели мы ее, а на следующий день были морозы, да, и уже машина не завелась. Причем машина, которая в любые морозы заводилась. Ну, суть, ладно. Отвлекся опять. Понесло. И что у нас? Ну, 250, это уже неплохо. То есть мы еще пока на за один проход прорезали. То есть где-то 350 она по-любому должна отрезать. Ну, 350 у меня, в принципе, она уже режет. Хотелось бы 400. Но, повторюсь, это мои хотелки. А как будет, посмотрим. И не нужно забывать никогда, что нужно еще соблюсти баланс хрупкости, износостойкости и всех этих вот мелочей. Потому что многие почему-то уверены, что 95-ка на морозе хрупкая. Я вас уверяю, она не на морозе хрупкая, она просто неправильно затермичена, если она у вас на морозе начинает трескаться. Она бы и так бы, ну, были бы выкрашиваны. То есть для стали термообработанной разница вот в эти вот там минус 30 градусов, оно ничего не даст. Это просто все, что касается там хрупкой или стали на морозе. Все, ножичек уже чувствуется. Вот, перешел на обратный рейс. Значит, ему осталось недолго. Но он еще с хрустом режет, хочу заметить. То есть нет такой, скажем так, проскальзывания, да, как и мыльного реза. Не ржавеет. Хотя и 90, обычная 95. Кстати, надо будет еще уже, наверное, 2-3 реза я уже делал. Я где-то после 5 клинков тестов проверяю канат. Вот. Угу. Уже все, начинает потихонечку сдаваться. Ну, 366 резов, то есть, как я и говорил, это по факту тот же результат. Чуть-чуть получше там, да. Особых чудес не произошло, а очень хотелось 400. Нет, еще он режет, но 76, ну, уже предсказуемо, что сейчас вот-вот сядет, не дотянет он. Все. Можешь садиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще два. Опа, привел. Два. Опять привел. Надо убирать руку потом. Нет, нет, все, теперь точно все. Возможно, и там он попал просто во вторую. Рядом. Отрезаешь когда? 4, 5, 6, 7. Все. Ну и все. На этом закончим. Итого. 395 резов минус 10. Честных 385 резов. Результат все равно довольно-таки неплохой. Лучше, чем прежний. Вот. Сейчас мы еще посмотрим, кстати, порогу, да. Потому что в прошлый раз были микросколы. Ну, незначительные, но были.
А вот QPM последний, там прям очень интересно. На 64 единицах там чудеса. Там все отлично. Так, давайте попробуем. Бумажку порежем. Я же повторюсь, это не берется. Ждать от нее каких-то прям сверхрезультатов. Хотя. Ну, здесь наклей. Прошу прощения. Я на этой газетке работал, чтобы стол не заморачивать. То есть, как мы видим. Отлично. Так, давайте. Рок подубасим. Порог очень интересно работает. Есть заминчики. Сейчас посмотрим, как они будут правиться, эти заминчики. На бумаге они не чувствуются, но по ногтю вроде бы как есть поводочки. То есть, когда на выворот ковыряешь, ну, надо будет померить твердость. Возможно, стоит твердость прибавить. Так, ну что ж, давайте подубасим. Ох, жестокая. Поводки значительные. Ну как значительные? Но сколов, выкрашений вообще нет. Это очень хорошо, особенно для 95. Можно попробовать прибавить твердость, и она, наверное, еще даст очень неплохой результат. Сейчас мы поправим. Посмотрим так. Смотрим, будут ли скачки. 2 было, да, по-моему. Так вот устанавливается острота. Но можно маленько его под излишнюю пластичность. Надо маленечко прибавить твердость, он тогда еще, я думаю, около сотни плюсом отрежет.